Здравствуйте, я Касаин Мадина, поступила в Тяньцзинский политехнический университет. Поступила я через YoChina и очень благодарна этой компании. И, конечно, мои родители, безусловно, тоже благодарны за такую возможность, за такой шанс учиться за границей. Мой братишка поступил в Хэбэйский колледж иностранных языков. Он там уже неделю, и ему очень там нравится обстановка, общежитие и, конечно же, всем пока!